Все эти ребята мечтают стать олимпийскими чемпионами. Им есть на кого равняться. Как признаются начинающие спортсмены, они не раз пересматривали победы Максима Ополева. А встреча с 11-кратным чемпионом мира – это настоящий подарок. В копилке Максима Ополева более 30 наград высшей пробы за победу на чемпионатах мира и олимпиадах. Однако первая победа в летнем лагере сыграла решающую роль в судьбе спортсмена. Он первым преодолел дистанцию в 2 километра. Вы знаете, все начинается с малого. Вот, у меня все начиналось с 3-литровой банки сока и с килограмма ирисок. В итоге я дошел до золотой олимпийской медали. Тверская область, Тверская земля славится на всю нашу великую страну и на весь мир своими чемпионами. И здесь Тверская земля – большая плеяда спортсменов, большие гребные традиции. Еще один кумир молодежи – бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Илья Первухин. Несмотря на свой юный возраст, а Илье сейчас 22 года, он одерживает громкие победы на всероссийских и международных соревнованиях по гребле и занимается подготовкой к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На сборах мы тренируемся почти что каждый день по 6-7 часов в день. То есть 3 тренировки вместе с зарядкой. Вот, это очень тяжелые и большие нагрузки. Всегда настраиваешь себя на самый высокий результат. Вот. Ну, будем готовиться. Еще осталось до Олимпиады 3 года. Соперники очень серьезные все. Начинающим гребцам тоже хватает поводов для гордости. Совсем недавно они победили в командном первенстве в Саратове и стали лучшими на соревнованиях в Воронеже. Однако главный старт еще впереди. Ребята активно задавали вопросы чемпионам, чтобы повторить их громкий успех. Спрашивал, какая его первая лодка. Я думаю, всех одинаковые, в общем, лодки, я понял, что все начинают с одного. Очень понравилось, очень приятно познакомиться с олимпийским чемпионом, с бронзовым призером Олимпийских игр. Очень приятно, потому что я сама гребу так же, как и Максим и Илья в каноэ. Я спрашивала у Ильи, помогал ли ему спорт в учебе. И мог бы я стать таким же успешным. Ну, сказали, что у меня есть шанс. Мне понравился Илья Первухин, как он занял 3-е место на Олимпиаде 2012. Это было действительно очень сложно. Встреча продолжилась автограф-сессией. Все желающие могли запечатлеть себя с Ильей Первухиным и Максимом Ополевым и получить от них персональные пожелания.